Так, всем привет. Сейчас будем проходить железные доки в эпохальном режиме. Вход подземелья находится в самом левом углу. Сами железные доки. Вся вот эта карта, если взлететь, как бы и есть железные доки. То есть наша задача обогнуть яму. С левой стороны зайти уже сюда. Здесь есть очень, не знаю, мною нелюбимый ачив. Это полный рандом. Я много раз пытался бросать это колесо, мне так и не получалось. Ладно. Я ничего не ошибаюсь, я пропустил где-то босса. Да, бетон здесь должен быть, ладно. Наши стрелы будут петь в небе! Это последнее, что вы услышите перед смертью! Достойная воина! Покажите, на что способны. Разжечь погребальный костер! Ужас переполняет вас, ибо смерть близка! Пусть получит свое! Мы сгорим вместе! Мы не ворвались внутрь, но гор мертв. Надо сниматься с якоря и немедленно плыть в Таладон. Уймись, Сагош. Мы так не поступим. Если эти слабаки хотят умереть, мы окажем им услугу. Но это наш последний дрон. Чернорус нас шкуру сдерет, если мы останемся с пустыми руками. Сагош, не спорь. Это тебе не простой дрон. Давайте попробуем зачитить. А телефон, сын Грула. Не знаю, получится, нет. В его жилах течет кровь великого воина. Эти жалкие щенки обречены. Да, сэр. На 110 уровне. Раз, два, три. Мы это справили. Один, сука, умер. Ах, ладно. Ну, зато будем знать, что так ачивку не сделать. Ты только посмотри, кажется, я их недооценил. Сагош, готовь черепона, пусть они узнают, на что он способен. Запалы зажжены, сэр. Огонь! Огонь! И целься сначала! Кто с тобой? Стреляй дальше, идиот! Наряды кончились, сэр. Я уже перезаряжаю. Забудь про пушки, пути они не пройдут. Макок, Ахнём, вперед и в центр. Сделайте из них отбивную. Есть, капитан, с удовольствием. Я тоже. Что, надо кого-то убить? Я хочу я. Вы сгорите.
отступи! Я вызываю бомбителя! Это еще не конец. Вы бросили вызов мне? Наша кровь бурлит от энергии. Лучше отступи. Я вызываю бомбителя. Никому не получить мою силу. Это еще не конец. Половина нашей армии разгромлена. Может, нам... Несущественные потери! Мы измотаем их в схватках со слабаками, недостойными служить в армии Чернорука! Кровь и честь за гош! Это то, что понимает каждый орк! А, вы так мудры, сэр! Капитан, вот они уже близко! Что гош нам делать? Сольно с меня этих игр! Выпускай саблероны и покончим с этим! Сэр, вы точно хотите выпустить эту тварь из клетки? Кажется, его давно не кормили. Так надень намордник. Отличная идея, сэр. Да не на кота. Ош. Золотую стали, хорош. Знаешь, мальчик есть. Как вы смеете вваливаться в мои доки и расхаживать по моему кораблю? Никто не остановит Железную Орду, и уж точно не вы. Сагош, заряжай пушку! Есть, сэр! Блять, вот как крепко латные наплечники. Есть у меня такие, ну пусть. Двое пока. Да, такие были.
Печально. На самом деле, вот эпохальный режим прошел очень быстро. Пойдем сейчас делать ачивку, блядь, с этими четырьмя. Не знаю, что из этого получится, херсть.